Новости спорта. Ко всем поступкам жизни Артема Дзюбы можно добавлять нахуя-то. Артем ушел из «Зенита» нахуя-то. Перешел в турецкий «Адана Демиспор» нахуя-то. Его подписал «Локомотив» нахуя-то. Снял «Как дрочит» нахуя-то. И сегодня пришел сюда нахуя-то. Вместо тренировки нахуя-то, блядь, на рынок с Богданом, блядь, ходил нахуя-то. А как человек просто фантастика. Но если бы в костюме Дэдпула на поле не выходил, нахуя-то, блядь. Как дорог ты счастлив, я не могу, блядь. Правильно! Не, ну это было смешно. Но согласись. Согласись, блядь, нахуя-то. Вот я и думаю, нахуя-то, что пришел. Да это мы уже поняли.